Тверской вагоностроительный завод, который входит в состав компании «Трансмаш Холдинг», отмечает 125-летний юбилей. Это ведущее машиностроительное предприятие региона, крупнейший производитель пассажирского подвижного состава для железных дорог России. Модельный ряд ТВЗ огромен. Это плацкартные, купейные, СВ и даже двухэтажные вагоны. Но есть еще одна ниша пассажирского железнодорожного транспорта, в которой Тверской вагоностроительный завод сделал прорыв. Это городская электричка «Иволга», которая стала флагманом московских центральных диаметров. Сегодня на ТВЗ производят третье и уже четвертое поколение инновационного электропоезда. Это современный и высокотехнологичный поезд, практически на 100% отечественная разработка, который имеет хороший экспортный потенциал на уровне лучших мировых образцов техники. «Иволга» создана российскими конструкторами с учетом опыта работы предыдущей версии на МЦД, особенностей инфраструктуры и потребностей пассажиров. Сегодня «Иволга» третьей генерации уже курсирует по открытой в августе третьей линии МЦД. Познакомиться поближе с тверским электропоездом пассажиры могут не только на маршруте. «Иволгу 3.0» демонстрируют и рассказывают все о ней на выставке «Станция Манеж», которая работает в рамках Московского урбанистического форума. Тверскому электропоезду здесь уделили особое внимание. «Иволга 3.0» встречает посетителей выставки перед павильоном. Здесь можно не только оценить качество материалов и комфорт салона. Посетителям представлен весь функционал поезда. Работают беспроводные зарядки на мини-стойках у окон вагона. А дети могут почувствовать себя машинистом городской электрички. Приятно уже, вот когда на особенно МЦД такие вагоны, то есть видишь комфорт. Вот сейчас положил телефон на быструю зарядку. Все удобно, комфортно, красиво. Просто супер вообще. Здорово, что это наше все. Уютный, светлый, комфортный. Мы с дочерью посидели на откидных креслах, зашли в кабину, посмотрели. И, в общем-то, я думаю, что намного ступеней вперед шагнуло производство данных поездов. Ну, мне все понравилось, в принципе. Одним головным вагоном присутствие «Иволги 3.0» на выставке не заканчивается. Станция «Манеж» — это огромное интерактивное пространство. На выставке гостей ждет мультимедийное шоу, ролик-голограмма, герои которого едут в том числе в «Иволге 3.0». Мультимедийная составляющая завораживает. Взять хотя бы павильон большой кольцевой линии метро Москвы, которая сегодня самая протяженная в мире. В центре у нас есть интерактивный экран. Вы можете нажать на любую станцию, обратить внимание наверх или на стены. Тут будет паттерн из основных дизайнерских элементов, которыми оформлена каждая из станций. Также сзади вы видите полукруги. Получается, они олицетворяют самые крупные кольцевые линии метро всего мира. Предыдущий лидер у нас был Пекин, 57 километров. БКЛ его обогнали. БКЛ протяженность 70 километров. Перемещаться по огромной экспозиции тоже можно с помощью Тверской «Иволги» на движущихся по рельсам вагонам макетом нашей родной электрички. В их отделке использовались оригинальные детали и материалы. И здесь посетители выставки могут почувствовать, насколько плавно едет по рельсам Тверская «Иволга». Это полный макет, он передвигается по рельсам, но многие думают, что это просто симуляция, и до последнего не верят в то, что мы реально едем. Они не могут поверить, то, что мы реально переместились на другую станцию. Посетители выставки в интерактивной форме узнают о всех преимуществах новой электрички. Например, одна из экспозиций представляет из себя два посадочных места. Это мягкое комфортное кресло «Иволги» и старенькая лавочка электрички «Р2». Инженеры «Иволги 3.0» нам предоставили новое удобное кресло, мягкие, с специальным подголовником, все ручки у него подвижные. Что самое интересное, если у нас телефон в поездке отключается, то здесь мы все, на 2 часа просто потеряны. Что у нас есть сейчас? В каждом кресле у нас есть два выхода, два USB и два Type-C. То есть если мы с собой возим проводочек для телефона, мы вот так вот воткнули его, едем, заряжаемся. Классно, классно, удобно, удобно. Возможность познакомиться поближе с тверской электричкой «Иволга 3.0» есть у всех желающих. Выставка «Станция Манеж», на которой представлен поезд, будет работать в Москве до 10 сентября.